В Оренбурге паспорта принято вручать в торжественной обстановке, и по этой части мы давно в лидерах. Получить свой главный документ необычно в казенном кабинете. А так, чтобы это событие действительно запомнилось, главная цель таких торжеств. За первый квартал текущего года более 4000 ребятишек, достигших 14-летия, получили паспорта у нас в Оренбургской области. Из них более 90% получили именно в торжественной обстановке. Для нас нет разницы, будет, например, в каком-нибудь отдаленном селе 2 ребенка, 3 ребенка, все равно приезжаем, разворачиваем флаги, гимн. 80 человек, столько школьников в этом зале готовы получить свои паспорта. На события приглашены известные люди, почетные граждане Оренбурга и ветераны Великой Отечественной войны. Они пришли не только посмотреть на торжество, но и активно в нем поучаствовать. Например, напутственными словами в адрес молодежи. Событие очень важно для нового молодого поколения. И я хотел пожелать с самого начала берегите традиции старших поколений. И вот, наконец, торжественный момент. Его вряд ли забудут те, кто получает главный документ гражданина России. Среди тех, которым мне довелось вручать паспорта, сейчас занимают ответственные посты. Они являются заслуженными деятелями искусств, культур, даже если космонавты. Вот поэтому и мы надеемся, что вы то же самое будете вести себя более ответственно, получив этот документ. А ведь они обязательно станут гражданами, достойными своей страны. Эти молодые люди, которые, может быть, и рады событию, однако значимость полученного документа осознают чуть позже. Запомнится этот день? Да, надолго. Похоже, что пока в полной мере значимость события оценили их родители. Я думаю, что наши детки как раз сегодня услышали очень важные слова, почувствовали торжество этой ситуации. Светлана Кабанова, Никита Плотников. Новости дня.